Дерзкий Хоум Студио представляет фото и видеосъемку свадебных торжеств. Рекламных роликов и видеоклипов. Корпоративных фильмов. Семейных мероприятий. Адреса и телефоны для заказов указаны на мониторе. Дерзкий Хоум Студио. Все виды фото-видеоуслуг. Ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, мило школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы. Учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни год и ни два забыть. Внимание! Знамя внести! Звонка 2016 года объявляется открытой. Шене вмерла України, ні слава, ні воля. Шенам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, браття, у свожій сторонці. А тепер приглашаем виновников торжества, выпуск 2016 года. Классный руководитель Гончарова Наталья Михайловна. Похлопаем, встречаем!
гости, родители, дорогие наши выпускники! У нас сегодня торжественное событие. Именно сегодня последний звонок возвестит вам, что ваше детство закончилось и начинается взрослая жизнь. Пусть будет много счастья, любви, улыбок, радости и совсем чуть-чуть слез разочарования. Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле. Судьбе твои пути, какие б дали пред тобой не открывались. Найди минутку, в класс родной зайди, ведь там уроки первые давались. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город. Также ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет.
но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам мужья будет кто-то бегать, но не я. В недальние края, ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Наших чувств нерастраченных чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем директору мы. Наши заботы, тревоги, печали вы непременно всегда замечали. Сколько мы видели вас на работе, вечно вы в поисках, вечно в работе. Мы вам желаем такое остаться и ни за что никогда не меняться. Во главе прекрасного педагогического коллектива нашей школы стоит директор Поважук Галина Юрьевна. Вам предоставляется слово. Дорогие ученики, уважаемые родители, гости, нас собрал сегодня радостный день. Конец учебного года. Для кого-то сейчас прозвучит действительно последний в их жизни звонок для выпускников 11 класса. И, естественно, для всех, для вас, с завтрашнего дня начинается новый этап вашей жизни. Это каникулы, это свобода, это отдых, это развлечения. Я от души желаю вам провести это время с пользой, с удовольствием, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались сил. И здоровыми, счастливыми и красивыми мы встретились с вами здесь 1 сентября. А сейчас позвольте нам вместе с Татьяной Владимировной выполнить еще одну очень приятную миссию и наградить всех самых лучших, самых достойных учеников нашей школы за те успехи, которых они достигли на протяжении учебного года. Поздравляем, спасибо вам большое. Награждается Абасова Гюнай, ученица 11 А класса, за активное участие в общественной жизни школы. Абасова Гюнай награждается дипломом. Гюнай, не уходи, у тебя много дипломов. Первой ступени. За победитель первого этапа всеукраинского конкурса защиты науково-исследовательских... Извините, тут на украинском языке написано.
научно-исследовательских работ учеников-членов Черниговского территориального отделения Малой Академии Наук, отделения химии и биологии, секция психология. Награждается Абасова Гюнай, ученица 11 класса, участник второго этапа всеукраинского конкурса защиты научно-исследовательских работ тоже Малой Академии Наук. Гюнай, держи тебе маленький презентик от нас и подарок. Награждается ученица 11 А-класса Коваль Алена за активное участие в общественной жизни школы и за участие в военно-патриотической работе школы. Аленушка, спасибо большое. Награждается Майоренко Константин, ученик 11 А-класса за активное участие в общественной жизни школы. Награждается Литвиненко Виктория, ученица 11 А-класса за активное участие в общественной жизни школы. Награждается Тука Регина, ученица 10 А-класса за занятое первое место в городском смотре конкурсе детского и юношеского творчества. Молодые таланты Чернигова. Тука Регина также награждается дипломом третьей ступени Всеукраинской олимпиады по биологии. И похвальный лист Туке Регине за ее заслуги. И маленький презентик. Награждается Иценко Валерий, ученица 9 А-класса, лауреат городского этапа 15-го всеукраинского конкурса «Объединяемые браты мои», номинация «Литература». Награждается Савельев Дима, ученик 9 А-класса. Много грамот. Победитель второго этапа всеукраинского конкурса защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой Академии Наук, отделения технических наук, секция информационно-телекоммуникационной системы и технологий. Это диплом третьей ступени. Дипломом третьей ступени награждается Савельев Дима, победитель первого всеукраинского конкурса защиты научно-исследовательских работ отделения технических наук. За подготовку и презентацию доклада. Можно по-українськи прочитаю. Визначення параметрів НВЧ випромінювання за допомогою резонансного датчика. Ужас, Діма. Надержи. Я даже не могу прочитати. Димуля, і тебе презент. Спасибо тебе большое. Награждается Муравьев Владислав за первое место в секции «Научное достижение в космосе», 14-й всеукраинской конференции конкурса научно-исследовательских работ школьников «Звездный путь». Муравьев Влад, подойди, пожалуйста, забери диплом. Дорошенко Лариса, ученица 9 класса, за занятое третье место в городском смотре конкурсе детского и юношеского творчества. Мошель Маргарита, ученица 9 класса, победитель второго этапа всеукраинской олимпиады по правоведению, награждается дипломом третьей ступени. Сегодня у Маргариты наш день рождения. Поздравляем! Поздравляем! Счастья тебе, здоровья, умничка! Награждается Лагутин Юрий Иван Андреевич. Так, подошел Муравьев, я очень прошу прощения. И Ценка, наверное. Ценка тоже подошла? Награждается Пупенко Анастасия, ученица 5 А-класса за занятое третье место в городском смотре конкурсе детского и юношеского творчества, номинация «Художник выканавства». Награждается Пупенко Анастасия, занявшая гран-при по номинации «Вокал соло». Поздравляем, Настюша, и похвальный лист. Поздравляем тебя. Спасибо большое за то, что ты поднимаешь и прославляешь нашу школу. Награждается Мельник Владимир за спортивное достижение в 2015-16 учебном году. Эту грамоту передала и очень просила выдать грамоту отделения дзюдо спортивной школы «Спартак». Спасибо.
Лера, подойди, пожалуйста, забери грамоту свою. Еще раз награждается дипломом за конкурс «Объединяемся с городским браты мои», лауреат конкурса. Спасибо тебе большое. Грамотой награждается Сивко Денис, ученик 6 класса, за активное участие в конкурсах по изобразительному искусству. Также Миргородский Денис, ученик 6 класса, за активное участие в конкурсах по изобразительному искусству. Благодарность вручается Байрамовой Фидан, ученице 7 класса, за высокие достижения в изучении биологии. Благодарность вручается Коновалову Георгию, ученику 7 класса, за высокие достижения в биологии. Прищепа Карина, ученица 7 класса, награждается дипломом второй степени как победитель городского конкурса ученической студенческой молодежи, конкурс имени Шевченко. Это языковедческий конкурс по украинскому языку. Награждается Кирилюк Сережа, ученик 5 класса, за занятое первое место в городском смотре конкурсе детского и юношеского творчества. Нету Сережи? Нет. Награждается Куценко Оксана, за активное участие в областном конкурсе ученических эссе «Моя будущая профессия, которая изменит мир». Награждается команда учеников 9 А класса, финалист конкурса творческих и научных проектов «Чернигов будущего» городского конкурса «Сонечни промени 2016». Дипломом награждается школа номер 6, команда школы в городском фестивале стран Европы «Европа в Украине 2016» за занятое третье место в номинации «Творчий выступ» и за победу второе место в общем зачете. Награждается творческий коллектив школы за внушительный вклад в военно-патриотическое воспитание, поддержание морально-психологической атмосферы личного состава военной части нашего 8-го учебного центра госспецтранслужбы. Благодарность директору школы. Разрешите мне вручить эту благодарность. Повожу Галине Юрьевне за активное участие в конкурсе «Звездные пути Черниговщины». Это вам. Грамота награждается коллектив школы в конкурсе «Ангелы чистоты». Это городской конкурс соревнования среди школ «Моя экология, мое будущее» в рамках всеукраинской акции «Сделаем Украину чистой вместе». Лариса Валерьевна, это ваша грамота. Деревенская Лариса Валерьевна. Ну, здесь общая, но я знаю, что это ваша заслуга. Благодарность объявляется коллективу. Лариса Валерьевна, вернитесь, пожалуйста. Коллективу 6-й школы, учителям Деревинской Ларисы Валерьевне и малышка Александру Вадимовичу за активную позицию в деле сохранения зимующих птиц. Вот так вот. И вот учащиеся эстрада цирковой студии покажут нам сейчас свои хореографические этюды. Sina da da male, 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 sina da da male
Твоя. Слово предоставляется первому учителю Берниковой Елене Дмитриевне. Я тоже волнуюсь. Добрый день. Дорогие мои выпускники, но я сначала хочу обратиться к самым маленьким. Первоклассники, обернитесь и посмотрите на этих красивых, на этих красивых, умных, нарядных юношей и девушек. А совсем недавно они точно так же стояли, как и вы, на последнем звонке еще первоклашками. Конечно, вы подумаете, что ого, сколько нам еще ждать. Еще целых 10 лет, пока мы станем точно такими же. А вот 11-классники, мои любимые выпускники, они скажут, боже мой, как быстро пролетело время. Мы даже не заметили, ведь правда? Вроде бы вчера вы точно так же стояли. Я хочу вам пожелать успехов в сдаче экзаменов. Я хочу, чтобы все ваши мечты сбывались. Не бойтесь трудностей, преодолевайте их с уверенностью. И пусть в вашей жизни будет побольше светлых, ясных, как этих дней. Ну, будут какие-то, может быть, шероховатости, невзгоды. Преодолейте их, я уверена. Желаю вам успехов, желаю вам удачи. Пусть все-все ваши мечты сбываются. Ну, спасибо вам, что вы у меня есть. И двери школы для вас всегда открыты, правда ведь? А теперь вас пришли поздравить первоклашечки, маленькие. Прохлады, зелень леса, глад реки. Давайтесь на завладный. Вы теперь выпускники. Мы прекрасно понимаем ваши трудности. Сейчас за окном весна в разгаре, но экзамены у вас. Жизнь, 11 класс, провожаем мы сейчас и даем вам на прощание первоклассный наш раз. У меня для вас, друзья, слов совсем немного. Лучше знания, а не деньги, брать с собой в дорогу. А еще с собой возьмите дружбу крепкую свою, потому что друг поможет и в учебе, и в бою. Очень я вас уважаю, хоть сейчас я невелик, подрасту и тоже буду называться выпускник. Молодцы какие!
награждается дипломом дуэт «Два кольори» в составе Кирилюк Сережа, Мхитарян Лиля. Лиля, подойди, пожалуйста, забери свой подарок. За первое место! Молодцы! Первое место заняли! Уже растерялась я. И награждается Лагутин Юрий Иван Андреевич за активное участие в общественной жизни школы. Юра, спасибо тебе большое. Иди пришел сюда. И влился в коллектив. Да, иди сюда, получи грамоту. Юра! Произошла небольшая заминка, перепутали классы, справляли. Малы, похлопали! Вот он пришел, последний школьный день. А май волшебник, полюбуйтесь сами. Осыпал щедро нежную сирень лиловыми душистыми цветами. А заботливая мама даже ночи не спала. Нас учила, защищала, провожала и встречала. И всему нас поучала. Это, братцы, все она, наша мама классная. Просим подойти к нам сейчас, чтобы отдать свой последний наказ. Слово предоставляется Гончаровой Наталье Михайловне. Мои дорогие выпускники, хочу задать вам один вопрос. Кто знает, сколько мы с вами вместе? Ну, математики. Десять! Молодец, Махадин! Мы с вами 10 долгих лет. Мы прожили эти годы с вами и в горе, и в радости. Были у нас и слезы, были и улыбки. И я хочу вам сказать, что только закончив школу, вы окончательно, только изведав вкус самостоятельной жизни, вы окончательно поймете, что школьные годы – это самые лучшие годы в жизни каждого человека. Это незабываемые годы. И вы будете помнить всегда всю свою жизнь, своих одноклассников, своих учителей. Вы будете помнить всех, кто был с вами все эти 11 лет рядом. Прошло более 30 лет, как я закончила школу, и я до сих пор помню, как я читала на последнем звонке стихотворение для своих любимых учителей. И сейчас я хочу прочитать это стихотворение для вас и посвятить его вам. Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков, из теплых маминых рук учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно. Твоя рука сейчас в руке твоего учителя. И если в жизни большой, вольно или невольно, ты вдруг покривишь душой, ему будет очень больно. А если в суровый час ты выстоишь, как мужчина, улыбка хлынет из глаз лучами добрых морщинок, даже на легком ветру ярче ей разгореться. Из теплых маминых рук учитель взял твое сердце. Ребята, я желаю вам здоровья, счастья, я желаю вам успехов, я желаю вам большой и чистой любви. В добрый путь!
лет решали за нас уроки, помогали в освоении наук, собирали нас в школу. А сегодня встречает с нами последний звонок. Доброты и родительской ласки ничего святее в этом мире нет. Чтоб сложилось все у нас прекрасно, дайте нам родительский совет. Слово предоставляется Литвиненко Ирине Юрьевне. Дорогие ребята, кажется, только вчера мы вас провели в первый класс, а уже сегодня от вас прозвенит последний звонок. Время пролетело быстро, однако путь был нелегким. Его наполняли успехи, неудачи, радости и печали. Вы справились, и мы вами гордимся. Но путь продолжается. Впереди у вас новые высоты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь будет вашими постоянными спутниками. Вера в себя – это путь к залогу. Он поможет вам добиться своих целей. Не отпускайте от себя также надежду. Она поможет вам и окрыляет и придаст вам силы. Берегите любовь. Она есть в каждом из вас. Сохраните свою любовь к учителям, к знаниям. Любите родных, близких, друзей. Смотрите на все. Смотрите на любовь, на жизнь с любовью, и она ответит вам взаимностью. Верьте, надейтесь и любите, и у вас все получится. С выпускным вас!
Я даже не знаю, кому. Будет новый урок, и у вас новый класс. Суета школьных дней закружит вас вновь. Но мы знаем, вы будете помнить о нас. Ведь вы нам подарили большую любовь. Вам желаем здоровья на 1000 лет. Легких классов, зарплаты побольше и в срок. Похлопали все наши выпускникам! Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и дошкольные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы даем розы, и все так и сложно, ни годы, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир открою. Куда ты снимаешь первые каникулы? Ты по всем скучаешь. Все вместе! Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и дошкольные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы, и все-таки сложно ни годы, ни два забыть. Но час пришел, мы это знаем, и в этот свой особый час вас благодарно приглашаем на школьный вальс, на школьный вальс. Breaking my-
вместе. Классу классный руководитель Гончарова Наталья Михайловна.